Привет, мои дорогие друзья! Большое спасибо, что комментируете мои видео. Сегодня в серии видео «Познать себя» давайте поговорим о вдохновении на весь день. Все психологи говорят, что очень важно первые секунды пробуждения, когда мы встаем с утра, о чем мы думаем, что мы планируем. Очень важно каждую секунду. Если мы встаем и думаем, что хороший день будет, такой он и будет. Если наоборот, то такой он и будет. Такие препятствия мы найдем. Поэтому очень важно, чтобы вставать утром с позитивным настроем и весь день работать над этим, чтобы его сохранять. Я написал об этом в своей книге «Счастливый современный Homo sapiens», и вас могу проконсультировать, как это сделать в вашем конкретном случае. Просто сконтактируйте меня на сайте aviacademy.net. И не забудьте поделиться этим видео со всеми вашими друзьями, которым нужна моя помощь. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ваш Николай Карпалов. Хорошего вам дня!